Обсудим зубы Моргенштерна. Обсудим зубы Моргенштерна. Так, если оценивать зубы Моргенштерна, то у него очень сильная стираемость была. Плюс еще он, скорее всего, бруксист, зубами скрипит. Но сделали ему тотальное протезирование белыми-белыми. Я думаю, что здесь все-таки винирами. Поэтому в целом улыбка преобразилась. Но главное, чтобы ему нравилось. Пусть улыбается и поет песни. Хотя ни одной песни Моргенштерна вообще не знаю. Вообще.